Хочу себе дом в замковом стиле. Если любому из вас сейчас сказать, а хотел бы ты себе замок, думаю, что никто бы не отказался. Ходить по коридорам на кэблах, спрятаться в каком-нибудь из залов в шкафу, чтобы часа три не могли найти, или разжечь камин в тронном зале и прочесть книгу под звуки трескающихся поленьев. Так думают многие. А действительно ли наличие замка на балансе было так удобно и хорошо? Давайте-ка отделим то, что кажется нам на первый взгляд, от того, что было на самом деле. Давайте начнем с преимуществ замков. Какая-никакая безопасность. Замки строились прежде всего для защиты. Толстые стены, башни, рвы, подъемные мосты. Все это делало их неприступными для врагов. Так считали владельцы. В реалии же замок был притяжением всякой нечисти отовсюду. Враги, банды грабителей, да и заговоры внутри этих толстенных стен. И все же, как владельцы замков пытались защитить себя? Есть такое понятие, как средневековая фортификация. То есть укрепление, которое относится к военной инженерной технологии. К ней обращались во время строительства европейских замков от падения Римской империи до эпохи Возрождения. И у средневековых замков есть свои архитектурные фишки. Например, часто к ним пристраивали так называемые башни лучников. Такие башни были сделаны из камня, включая в себя зубчатые стены и бойницы, вертикальные прорези в стене, через которые стреляли лучники на атакующих крепость. Главная башня носит название донжона. Это центральная башня, самая мощная и самая безопасная. Обычно именно там были жилые помещения и спальни, где в свое время проводили лорды. А еще там могли хранить оружие. Иногда для постройки укреплений нужен был обязательный доступ к воде, так как наличие гавани позволяло получать запасы еды в военные времена по водному маршруту. И это давало возможность всегда иметь под рукой питьевую воду. Особенно такая фишка использовалась британцами, когда они сооружали замки вокруг всего острова. Ну и, конечно, вокруг замка создавались искусственные рвы. Делалось это с целью затруднить проход к замку. Да и вообще все, что вы видите в замках или около них, создавалось с учетом возможного нападения. Если вы когда-нибудь были на территории какого-то замка или крепости, наверняка могли отметить не самые удобные лестницы. Во-первых, там, как правило, очень много ступеней. Устать можно, даже если вы просто пришли на экскурсию. Что уж там говорить о тех, кто в средние века решил напасть. Пока два пролета пробежишь, уже свалишься с тахикардии. Во-вторых, часто такие лестницы делали с уловками, чтобы они затрудняли подъем вверх. Но сами ступеньки намеренно делали неудобными. Не потому, что их строили средневековые равшаны и джимшуты, а потому, что таким образом противники спотыкались и падали, что замедляло им восхождение. Еще раньше был такой вид раннесредневекового замка, который у нас назывался бы курганно-палисадный замок. А в Европе он называется Мот-и-Бейли, где мот в переводе с французского значит холм, а словом бейли или в английском обозначали двор замка. Такие замки были особенно популярны во Франции в 11-12 веке, в Англии, Уэльсе и Шотландии после нормандского завоевания. Обычно такие замки были небольшие и деревянные, что позволяло довольно в короткие сроки построить это сооружение. Но так они были уязвимы для пожара, и в моменты осады многие сгорали, и строить их начинали по новой. И несмотря на то, что на дворе 21 век, где-то и по сей день некоторые энтузиасты строят замки по средневековым стандартам. Так, например, в Калифорнии есть сооружение Кастелло де Амороса, где располагается винодельня. Открыл Кастелло в 2007 году винодел Дарио Статуи, четвертый в поколении виноделов Статуи. В 1885 году его прадед Виторио эмигрировал в США из Италии, и семья продолжила жить в Штатах. Дарио вдохновился на возведение такого замка после своего путешествия по Европе. В 1993 году семья Статуи приобрела землю за 3 миллиона долларов, а потом вложила еще 40 миллионов в само строительство замка и винодельни. Этот Кастелло и правда мало чем отличается от средневековых замков. В нем 107 комнат на 8 уровнях. На территории также есть защитный ров, угловые башни и внутренний двор. Владельцы решили создать наиболее атмосферный замок и соорудили в нем даже тюрьму с камерой
камерой пыток и рыцарский зал. Статуи даже не пожалели 13 тысяч долларов, чтобы купить специально для пыточной так называемую железную деву. Устройство для пыток и казни, представляющее собой железный шкаф с гвоздями в внутренней стороне. Да, если вы не забыли, мы с вами говорим о преимуществах замков. И следующее преимущество, это, конечно же, статус и власть. Как и во все времена, владение замком подчеркивало, что ты богат и могуч. Также замки служили административными центрами для управления. В общем, замок – это как бы не только ваш дом, но еще и место работы и отдыха, еще место работы всех ваших слуг, помощников, правой руки, левой руки, советников, визирей и так далее и тому подобное. Но я не хочу акцентироваться на этом достаточно очевидном пункте, а вот что действительно интересно, так это минусы замков. Несмотря на внешнюю роскошь, внутренние условия часто были довольно суровыми. Замки были холодными, темными и влажными. Отопление было неэффективным, а окна маленькими, что делало интерьеры мрачными. Поддержание замка в хорошем состоянии требовало значительных затрат и ресурсов, включая регулярный ремонт и обслуживание. Замки часто располагались в уединенных местах, что создавало определенную изолированность от остального мира. То есть многие из них были перевалочными пунктами, а вовсе не постоянным местом проживания. В современном мире с условиями, может быть, и получше стало, но содержание замка – дело по-прежнему очень затратное. Поэтому современные держатели замков довольно редко в них живут и обычно используют свои дворцы как музеи. Это позволяет хоть как-то покрыть расходы. Вот усадьба, которой владеют представители ирландской династии Гиннес, известной нам по одноименному пиву, представляет собой поместье в готическом стиле. Это имение насчитывает дворец, 8 коттеджей и парк. Мебель здесь антикварная, как и камины. А теперь представьте, сколько нужно времени и сил, чтобы следить за всем этим добром. Зато туристов здесь действительно достаточно. Особенно после того, как тут снимут какой-нибудь фильм. Конкретно на территории этого поместья снимали сцены из «Храброго сердца» и «Джейн Остин».